Погнали, центральный коридор на Винамунгере. Токсичная катка, назовем эту игру. Давай быстрее, дядь. Тут хила нету. Хорошо. Можно будет попробовать забрать Рошана на ранней стадии. Судя по тому, как Рошан сейчас падает, должен забрать. Правда, все лайны просадки у нас. Надеюсь, МХшников там нету, потому что это будет не очень. О, это бомба замедленных действий. Чё они делают? Ну что, всем привет, дорогие друзья, у нас сегодня очередные каточки ТБшки. У нас сегодня простенькие тут у нас ПТСки 15, 13, 11, 10, 20, 12, 12, 12, 11 и 10, но 11, 12 кикнули почему-то. Сейчас посмотрим. Посмотрим, какая у нас будет в целом игра. Интересная она будет или нет, ребята. Интересная или нет, уже, как говорится, посмотрим в самой игре. Не забывайте подписаться, поставить лайк. Ну и, конечно же, всем приятного просмотра, ребятки, пожелаю. Реально, всем комфортного дня, утра, вечера. Кто кушает, там какает. Приятного, ребятки. В общем, скипаем, пишем статс и поехали. Итак, ребята, загрузилась у нас каточка. Let's go. Тащить, пишем статс. Чекайте ПТСы сами. ПТСы сами чекайте. Ну и погнали душить, ребята. Let's go. Ксимик, Омник, Земля, АБ. Ксимик, Омник. Землуя, АБ. Гианта забаню тогда. Рандом будем играть? Или будем... Змея? А, земля, змея, земля, АБ, говорит. Винамунгер, может, возьмем. Давайте Винамунгером побегаем. Винамунгером. Винамунгером подушим немного. Хорошо. Погнали, центральный коридор на Винамунгере. Токсичная катка, назовем эту игру. И посмотрим, что из нее выйдет. Что из нее выйдет, ребятки. Не забывайте подписываться, ставить лайк. Ну и, конечно же, поддерживать добрым комментарием. Это тоже очень хорошо. И все будет прекрасно. Спасибо всем. Всем желаю настроения, хорошего аппетита, хорошего здоровья. И, как говорится, уф. Поехали. Поехали, ребята. На Винамунгере через 2-3 будем делать. Абадончик. Можно Абадона, кстати. Не знаю, боятся алхимика, не берут. Не берут алхимика. Им же нужно еще научиться фармить. Им же нужно еще и... Чтобы получился фарм. Нужно его загангивать. Боятся. Так, Сларки, да, там еще. Ларки. Будем 2-3 просто играть и все. Хотя посмотрим. Но 2-3 типа это самая оптималка. Это просто ранний пуш лютый. Причем вы просто толкаете лайны. Под ранними слотами там. Арканы, не арканы и прочее такое. Здесь попробуем. Не знаю. Можно будет попробовать забрать Рошана. На ранней стадии. Да типа блин, а почему нет типа на контент? А, какой там? На 9-й минуте. Смотря как экспа пойдет. Змей за максим, 8 левел. Желательно фазы, стики Аквила. И в принципе можно... Можно двигаться, как говорится. Погнали, едочек взяли. Вот эту штучку купили, в рейзы купили. Курочку подэтовали. Хорошо. Вардик получили. Погнали, ребят, погнали. Некролайт, Незердрейк, Мурлок, Адмирал. Очень грязный пик. Почему? Потому что Адмирал это само по себе неприятно. Сралки.
Это еще неприятнее, нам сралка нечем ловить, по сути, у нас только... Ну как, ЕС может законтрить очень хорошо. ЕС хорошо контрит. Потом, у нас есть еще Маледикт. Можно подконтривать Маледиктом. Очень хорошо можно будет подконтривать ядом с ультимейта моего. В целом, вообще, Веномансер это имбалансный персонаж. Если вы собираете аганим на нем, на Веноме, на раннюю стадию прям очень бодро залетает. Какой-то даггер очень здесь хочется видеть на герое. Даггер, яд, кнопки и суицидалочка. Сейчас посмотрим, как пойдет. Пайп тут бы тоже круто было бы сделать. На команду. Я, наверное, буду делать. Наверное, я буду делать. Ждем. Как обычно. ТБшки, пописить надо сходить. Покакать надо сходить. Пописить, покакать во время игры. Это перед игрой вообще не варик. Надо именно во время игры. Почему нет? Скучно вам, наверное, пацаны, сидеть ждать, да? Ничего, не забывайте. Все нормально будет. Спасибо всем, кто поддерживает. Двигаемся. Двигаемся, ребята. Лизали Дисбрингер. Веномунгер. Веномунгер. Найксу тяжело будет в этой игре. С ним никто толком драться не будет. ЕС фиссурницу дал. Этот дерется, этот на треках. Я со стороночки тоже. Тяжело будет. И будут его бить. Сларк будет бить. Будет вот этот бить, вот этот будет бить. Очень неприятно будет. Очень будет неприятно. Ну ладно, попробуем это выиграть, ребят, все равно. Попробуем. Составы неплохие. Ребята играют. Чел на есть втухает. Хорошо. Есть на месте. Что там по заходу? Торренты есть, да, тараканы. Торренты, тараканы, это плохо. Это и есть. Уже стоим в ХГ. ЕС просто перекроет, я думаю. Ну, рановато, кстати. Рановато перекрыл. Хорошо. Да не, Б. Надо Б уходить. Они в пятером дайвят, так жесть. Найкс, если умрет, будет плохо. Я фармить буду. От меня там стычек толку нету. Хорошо. Вайпера в миду будем стараться перелосхичать, пока есть возможность. На ранней стадии вайпер не такой опасный, каким может показаться. Сейчас будем по чуть выгонять.
Красиво, это хорошо. У Вайпера серьезные проблемы в миду будут. Давайте соло куру себе сразу возьмем. С ДДшкой, нифига там газует. Типчик. Типчик с ДДшкой газует. Бедный Вайперито. Бедный Вайперито. Ты вивер там с какими хп бежит. Если змейка разочек плюнет, то у таракашки ножки посыпятся. Так-то. Так, вот затаримся. Ну-ка, пошел на руну, да? Наверное, через фазы и через рожь попробуем. Через фазы и через рожь. Внизу суета, конечно, тотальная. Пойдет, тоже заберем. Нормально. Пойдет. Вайпер, конечно, это вайпер. Но, тем не менее. Хорошо. Отлично. Все проласители, что можно было. Самое тупое, что меня караси выжрут. А давайте здесь блокпост сделать. Самое тупое, что меня жрут карасивы. Давай быстрее, дядь. Тут хила нету. Там тараканы сейчас будут. Тараканов в толпу будет кидать, наверное. Я живу в любом случае. Нет, не живу. Блин, типа, ну логика такая была. Он мог в толпу кинуть тараканов, я решил уходить не по дефолту. Типа, все равно охота именно за мной была. Ладно, пойдет. Нормально. Нормально, ничего страшного.
Ничего страшного. Что там, тос нету, да? Пойдет. Что ребят там вообще не получается загнобить. Я дальше центральный коридор буду толкать. Можно, в принципе, сейчас 8-й левел взять смока. Пойти Роша надо убить. Пока и Рошу долбить пойти. На стоп у ГГ. Там Сларк full free, да? Погнали, сходим. В Рошана. Сбегаем. Монетку. Заберем. Конечно, это будет очень долго. Сларк там full free, это плохо. Найкс у нас не full free. Это плохо. По идее, должен забирать. По идее, я так думаю. Судя по тому, как Рошан сейчас падает, должен забрать. Правда, все лайны просадки у нас. Все лайны в просадке. Найкса задушили там. Жестко. Все лайны слиты. Надеюсь, МХшников там нету. Потому что это будет не очень. Если МХшники там будут. Пойдет, вроде забираю. Хорошо. Вроде забираю, говорит Хинозес. Забрал. Ну нормально, 10-я минута, Рошу забрали. Наверное, это для них ново будет. Наркоман, что ли? Погнали, погнали. Че, никак не заберем, что ли? Серьезно? То есть он быстрый, под треками при этом. При этом всем это под треками. И он такой быстрый. Да ладно, не сдохнет, прикинь. И короче. Triple kill, nigga.
Жестко, жестко. Ребята очень сильно давят. Очень сильно давят. Это на крест заход. Меня посадят сейчас. Будет тут. Дискорд возьмем и вагоним будем выходить. Сыграем не стандарт. Я плюну, отойду. Как выхиливает всех. Блин, дискорд срочно нужен. Хорош, умер. Nice. Если этот умрет, тоже будет хорошо. Нет, не умрет. Отлично, стрик подзабрали. Пойдет. Сларк, правда, что-то Яша какая-то. Но Сонекс армлет. Нормально, нормально, пока держимся. Пока держимся. Но, если честно, саппорты, я вижу, не вывозят. Но сейчас с дискордом, в суицидалочку. Еще клаку сейчас докупить до кучи. Будет, по идее, повеселее. По идее, будет повеселее. Вайпер мид сейчас сломает, скорее всего, да? Это хреново. Лаку докупим. Беги, дядя. Хорош. Так, сделаем. Меня опять на рипера. Хорош, может, а? Хватит меня на рипера садить. Че они делают? Вы че, пацаны? Харе мне рипера давать. Так, point booster возьмем. Вместе можем? Жесть, там все лоу хп уходят. Если тут сделаться аганим, это просто грязище будет. Но опять-таки аганим этот пайпом перебивается одним и все. Типа пайпом. 400 дэмэджа блок или 500. Я не помню, сколько пайп блокирует. По-моему, 400. Мид-тэшку добить бы. Едочка.
Погнали, они внизу стянулись. Мне желательно ультануть. И чтобы прям под дискордом все это. Они там все развалятся. Там ватные, но не, короче, много. Вы хило, конечно, делает. Очень много выхила. Корабль пошел. Хорошо, это минус, по идее. Еще живой на кунке? А нет, уже не живой. Хорошо. Нормально там зацепили. Нормально хапанул, кстати. Надо тоже, по идее, сдохнуть на вайпере. Аро уж сбил. Отлично. Грязюка, конечно. Грязюка. Вайбро, нифига себе плевок. Мне кажется, надо здесь Б. Уйти уже. Т-шку было бы круто добурить. ГБ. Хватит на сегодня. Суеты. Пойдем огоним, добьем. С аганимом я, по идее, минус 5 буду разваливать. С аганимом минус 5 будет, по идее. Сейчас они будут Рошана чекать, я вам отвечаю. Постоянно. Я здесь блокпост сделаю. Пусть фармится. Сот надо, копейки. Зря там ребята драться пошли. Мне 500 надо. Зря дерутся, пацаны. Мека есть там, да? Пока что слотов там немного. Хорошо. 200.
16 бы еще взять, было бы пушечно, пушечно прям. Че у Сларка сия? Че за руна тут будет? Пикен пойдет, собираем. Гараж. Our warriors have engaged the enemy. Our allies can use help. Блин, они по топу могут пойти в наглую. Что они нам топ сломать могут? У меня ТПшки нету. Я в наглую ТП дам суицидальные. Хотя... Гоу. О, это бомба замедленных действий. Хорошо. Отлично. Блин, надо было Егис мне брать с такой каткой. С такой темой, на самом-то деле, которую я сейчас сделал. Если б я Егис взял, то вообще норма тема была бы. Все, глиммер есть, пойдет. Но это был деф такой, атачный. Можно вот туда пойти. Но это хреново тем, что типа я даю очень много буста оппонентам. Но пойдет. Минусанули. Такой суицидальный ТП. Ща будет мясо, знаете. Ща будет мясо. Надо пушить. Надо пушить, иначе будем проигрывать. Я взял клаку. Глиммеровую. Сларк оденется в любом случае. Некор, да, гон сделал. Странно, что меня на рипера не посадили. Очень странно. Не пытаются сплитовать. Так, кто-то герочек бы. Сейчас ТПшка, все будет у меня. Нормально. У ЕСа нету даггера, сейчас купит, наверное. Вот это ГГ, конечно. А Его походу минусом, да? Я пешком пока дойду. Ой, Найкса сейчас накроют, да? В кату залезть, ХП восстановить. То я сразу жми-жми, ХП восстановишь себе. Хорош, ЕС поможет. Я бегу, рядом я, в принципе, уже. Молодцы, ребята, да? Душат, душат, душат. Я уже подбегаю. Иллюзии с ларков бегают. Функи корабль упал там. Надо было низ дефнуть и идти. У нас еще Аегис есть. Еще Аегис есть. Сейчас даггер купим, наверное. Даггер, некор. Да дефнут, пацаны. Нормально будет. Скади просто, нифига с Аегисом еще. Хорош, рипер, Аегис. Надо уйти. Что на Нексе делает, чувак?
Пойдет. Но это Аегис такой, размен не очень. Да герочек надо, прям в срочном формате. Да там Сларк прыгает. Гесси. Найкс, манга, даггер есть, найс, можно двигаться. Так, ну я минусом сходу. Ну грязи я тут намучу, ребята помогут, все сделают. Хорошо. Парк тоже, по идее, заберут. Хорош. Найс. Пойдет. Вивер тоже должен сдохнуть. Хорошо. Пойдет. Ну я чисто разменная монета, но по-другому никак, ребят. Иначе не получится ничего. Киес там нашел, смотри, что делает. По идее, заберут. Фиссура, стики, клэп, стан, удары, все, ГГ. Красава. Я очень хочу Юл сделать, чтобы можно было переживать это. Пойдет. Пойдет. Первую лабу взять, может. А не, Юл хочу. Типа с Юлом я смогу, блин, кайтить Сларка этого вонючего. Потому что там дасты дают. Хотя бы смогу пожить, пока команда не подойдет. Моя задача плюнуть хорошенько в толпу. А там уже что будет, то будет, ребят. Токсичная катка. Не забывайте. На вставочку. Токсичная. Тэшку заберут и берем его. Хорошо. Пойдет. Токсичная катка. Дагерочек очень хочу. Дагерочек хочу. Прям вот под этот билд сюда манта встанет. И можно грязь сделать. В центре. В центре. Они драться идут, да? Ну, тебе и ульчика, это хорошо. Минус корабль, но 60 секунд. Че ты его стягиваешь там? У нас 40 секунд есть. Топ падать будет. Есть корабль уже. Чё, у него залагало, что ли? Блин, у меня жесть, как герой обходит. Торрент корабль будет. Эх, жалко сейчас ночь. Днем бы Сларк сдох бы. Блин, там паузу поставили, попросили походу, да? Ладно. Но тип не я отменял. Я отменял.
Все, отходим. Пойдет. Грязи насуетили на Веноме, ребят. Погнали на базу. Хочу даггер, даггер возьму. Даггерочек. Отлично. Кто там? Ой-ой-ой. Видишь, доктор отставился. Сейчас подождем. ВДшка рестница и в пятером пойдем. Пятером. Сларка только не поймать по лесу. Пятером. О. Хорошо. Ой, корабль как. Ладно, дерусь уже как мужчина. Дядь, поможешь? Жжет, жжет меня вот эта вот крысятина. Идет. Вай-вай-вай. Как он меня чуть не убил, этот Сларк. Это просто жесть. Но ребята рядом. Ребята смогли, ребята помогли. Куру на вардик. Это, походу, еще одна 30-минутка, ребятки. Хорош. Как же вовремя, да, ребята, рядом. Мужчины. Просто мужчины. Красавчики. Приятно с ними играть. Красавчики. Я запрыгну, если что. ВД красавчик выхилил все. Ой, бро. Да, это ГГ. Это ГГ. Ой, жесть. GG, ребят. Ну, получилось у нас вот такая каточка. В принципе, очередную катку затащили. Причем здесь катка реально очень уникальна тем, что они... Ну, как видите, опыт какой-то, да? Создание гайдов дает понимание, что Рошан на 7-й минуте на таких катках, он реален. Рошан на 7-й минуте... На таких катках он реален. И ребята там удивились и даже, в принципе, не ожидали, что там будет какой-то Рошан. Но не суть. Матчлистик, ребятки, и в целом на этом все. Надеюсь, эта каточка вам тоже понравилась. Очень вроде интересно и неплохо получилось. Не забывайте поставить лайк, подписаться на YouTube канал. Ну и, в принципе, все. С вами был Ксаназис, ребятки, и до скорого. Блин, ну на самом деле прикольная игра. Мне реально очень понравилось. По сути... Оппоненты, да, давили? Давили, но не додавили. Получилось так, что у меня саппорты бегали по 1.5-1.8. И с мида, с Аганимом через Дискорд вышел на Виномансере и прям хорошо жогнул, ребятки. Так что пользуйтесь. Беспроигрышный вариант, если в команде хотя бы чуть-чуть ребята умеют играть. Но тут ребята играли хорошо.